энергию харизма, это священная энергия любого творческого человека, понимаете, и вообще студенты, например, а не одна. Покрытие такой, видите, такой раб барбарий, значит, трансфер. Ой, не надо, лучше вы к нам на Колыму, да, ну хватит сюда, да. Забегайте свой путь, понимаете, к учебной скале, значит, хорошо, здесь скале подсудимых. Значит, кулаками, понимаете, кулаками, ну что кулаками, это рабочее место, продвигаться-то как.